фурчит, что ли, мне? А, ну да, мне фурчит. Надо потом это попросить попросить. Смотреть, что там. Потому что я не знаю, что с этой хуйней творит в последнее время. Ясно. А, вот. Ебаня. Никуда. Понятно. Всем привет, уважаемые друзья, с вами Лео и Дима. Здравствуйте. Это Summer Days, 7 дней, чтобы, ну, чтобы умереть. 8 сезон, 2 серия. В предыдущей серии я играл один, там только было начало. А тут сердце-то оставил или на заново начал? А, ты имеешь в виду текущее сохранение? Нет, я заново начал. О, отлично, это я люблю. Ну ты помнишь, в предыдущем сезоне это там я погиб, да, в конце. Все зависит, да нет, как я ты... не смотрел, я тут на ютубе зашел второй раз. А-а-а. Нет. Так, игроки. Пока нет никого, да, я ну я захожу, у меня еще вот, вот, типа... Ну ты прикольный серый, пожалуйста, скобочек. А, это там всего, там есть Радуном, который помнишь, который... И есть еще вот если второй. Я сейчас заспавню здесь, рядом с городом, я пойду лутаться и найду схемы сразу. Давай, давай, давай. Если что, соберем сразу что-нибудь. Врум-врум. Так, я пока продолжаю огрейдивать домик. Какой домик? Я спалился возле дома. А, нормально. Я хату люблю апгрейдить. Здравствуйте. Здравствуй, я брат. Так, я плюсик нажимаю. Давай. Я Россия, а ты СССР. О, здравствуйте. Да. Только у меня просто не показывают полностью. А что, мы тут жить будем? А, да. Красавчик. Прям возле здесь, я тоже тогда создал вот это, я сразу возле нее спанил. Давай, я добываю дерево. А я некоторые уже посадил. Начинаю тоже чинить вот это наше здание. Только я хочу, знаешь, что сделать? Вот это какую-то лестницу, да? Снаружи. Сам мать. Весь. Угу. О, камушки. Первое камни. Угу. Где эти чернорабочие? Задолбался искать. Кстати, ты ферму симулятор 13-ю играл? Я играл на телефоне. А есть даже на компьютере. Могу у тебя... Как это сказать, чуть не договорил-то я. Я что-то? Да. Я говорил, что могу тебе скинуть ссылку, где скачать плюс и ключ для этого первого симулятора 13, чтобы можно с тобой вдвоем играть на пиратском версии по интернету. Не, я копить буду. На 16-ю. И там можно играть вдвоем, и будем это вдвоем катать там. Я дерево добываю. Я понял. Это как его? А у меня в Стиме только будет 15-я и 17-я в Стиме куплено. Блин, ну я бы 13-ю версию, я бы сразу играл. Покупать его 13-ю не обязательно. Она у меня скачана. Она у меня. А, ты тебе сторон качал, я знаю. Да, лицензионная версия. Плюс и ключ. Я друг сказал, через торрент можно качать, но это будет. Я торрент качал, но я удалил его. Я знаю, что мне торрент потом на процессор дуть начинает. А, ну ничего страшного, я тебя скину, тебя, где я его скачал. Ты это, там костер поставишь, чтобы хавчик жарить сразу. А там есть, там на внутри, наверху, на втором этаже. Ты это, окна забаррикадируешь, чтобы это... А я что по-твоему делаю? Я собираю дерево, чтобы все огредить.
Просто у меня мало этот как деревьев, поэтому. Я сейчас пока тут немного проберусь, уборку сделал возле хата. Ай. Это у нас пока первый день, так что мы можем не переживать. Ага. Я отрубил постороннюю программу, у меня немного FPS пропал. У меня, в принципе, то же самое. У меня, знаешь, какой FPS сейчас летит во время записи? Но... 75 и 86. Ну это да, такое бывает. Я к тебе пойду пока лучше. Хотя нет, какой к тебе. Я сейчас пойду машину разбирать. А я уже там все осмотрел, только надо его, да, там разобрать на металл. Что, бензин, ладно, получаем, а ну что, будем бензин копить? Кстати, вот, если пойдешь вот это как в мою сторону, там ты увидишь, там я некоторые посадил деревьев, где кто-то свежий. Ну я тебя понял, о, ты бегаешь там уже. Поэтому я вот эти деревья, те, которые у нас присутствуют, я их ломаю. Чтобы их. Я, наверное, не знаю, я в июне буду. А, ну да, я в июне. У меня получается в июне какого-то числа не. А, ты же в апреле уезжаешь в Турцию. Опять, да? Не, не опять, а планирую, запланировано, которое. Да. В этот, как его. С 23 числа. 24-го вообще-то. И это 20... я уже буду там, потому что с 23-го вечера уже меня не будет. А, ну да. Поэтому так так написано. А я все равно не буду в это играть, я уже, наверное... Да я понял. Я получается... Я получается в июне, я получается где-то какого-то часа не, у меня не будет. Да это упорку наводи сразу и Коля. Там это, гляди. Снаружи там еще настроить. А кое-то я уже поставил некоторые. Это они стоят. Да, это я уже давно сделал. Но просто вот здесь немножко, где возле. Пока до спальники скрафтить сейчас еще. Тебя, да. У меня уже есть. Ну я знаю. Так, вот здесь зелененький, это кукурузы я посадил. У меня просто случайно нашлось. Ты этот почтовый ящик убери, чтобы он не мешал тут. Ой, ты куда и патроны для ружья. Так, почтовый ящик. А где ты нашел? Да, в этот, как его, мусорной банке. Так, надо починить. Молоток. Вот, все. Ладно, я пойду пока в хату сбегу. Ты что тут понадел, Строитель ты, блин. Я пролывай. Только начал, это только начало. Ты зачем ты блок там поставил? Блоки а поставил. У меня это было задание такое было вначале. А, ну сказал бы, что у тебя задание было, но я просто сейчас уберу их, чтобы не... А, не было? Потому что это не должно быть. Я знаю, когда он должен быть. Ну я просто, может быть, решил так и оставить, потому что там внутри у нас еще дополнительно будет защита. Да у нас и так заполнители, значит, то, что они в них, блин, как, не пойми, лазят. А, через кое-то? Зомби любят Коля, они их едят постоянно. Так. Блин, надо еще камин починить потом. Кстати, поставить сюда костюм. Тогда я, ну ты тогда еще не заходил. А, тут бетон нужен, ладно. Так, ты толкан. Я, короче, толкан разберу и кухню. Да. Ну, хочешь мебель разбирать, только кроме стены. Да стены я оставлю, я мебель уберу вообще всю. Ну я понял, разбирай все, то, что видишь. Вот что я думаю. Этот дом нам еще должен пригодиться, если мы этот. Хотя подожди. Нет, он пригодится пока на какое-то время. Так, тут немного ты тупанул, смотрю, с архитектурой. Картину я уберу, потому что это некрасиво. И окна там чиню.
Потому что там... Картина, то есть она так и была, на самом деле. Да я знаю, я там немного это... Чувствую себя неуютно, да? Это что у нас здесь за балкон с тобой, собственно, да? Я тут немного это улучшаю, чтобы этот воздух, короче, не проходил. Ну, типа, ты знаешь, дым не проходил. Они же по дыму ориентируются, да? По идее, да. Они только плавать не умеют, но они могут ходить по воде. А. Но ты они... А, тут стекло было, куда оно делось? А, здесь... Она здесь не была. Здесь паутина только была. О, кстати, вспомнил. Тут где-то хата была, я вспомню. Сейчас я приду. Пошли сходишь со мной. А у меня еда есть. Три мяса. Нет, хату подходим. Тут эти развалины, ты что забыл? А, этих я еще туда не ходил. Я пойду схожу. Если что, готовься. Но если найдешь кастрюлю, то это нам будет вообще супер. Блин, тут мусорка пустая, зараза. Ну, это естественно. А ты баночки. Все, тут ничего нет. Я с мусорку болтаю только. О, да, детка. Что там попалось? Ну так, все нормальный лук. Хорошо, тут мин нету. Знаешь, какой бабах тут был бы? О, ленту я нашел. Вот, а это да, это полезная штука. Так, я нашел грязную воду и сейчас гляну, что там. Там ничего. Кстати, грязная вода, можно все равно его пить. Есть чтобы... даже можно воду из озера очищать, я помню. Все, я квест выполним по спальнику сейчас. Мишка! На мне кирдык. Где? Там Федор Бондарчук. Жирный. А, вижу. Но если достаточно не по расстоянию, лучше не идти. Тихо, блин, ты чё меня... Пугаешь. Подожди, а мы... Так. Подожди, сейчас я ему устрою войну миров. Против блин, я хочу лук сделать, а мне для лука... У меня есть, только мало стрел. А давай-ка я сейчас ест сам на себе его... А можно на куле его, помнишь, сам ведь было? А, да-да-да-да, я помню. Ор какой от него был. Тупой, вот тупой он был. Да-да-да-да-да. Сейчас я... Да буду делать я. Эй, я свободен! Всё. Всё, сейчас кирдык я ему устрою, у меня железные стрелы будут. Слушай, дай мне это, я себе порублю кое-что. Что именно? Топорчик, что ли? Нет. А, мне камень нужен еще. Сейчас, короче, у нас будет... А можно я на 2 секунды посмотрю кое-что? Сейчас медвежатина получим, халявную, а? И кожу. Я сейчас добуду побольше, сделаю стрелы, и как раз будет халявное мясо, а. Только готовься, что он типа на меня полетит, эти дури. Я понял тебя. Так. Сейчас сразу добуду дерева. У меня есть пистолет, есть даже. О, а ты можешь пистолет очку. Вот ты мне помог... Я могу, но... Патроны не что, чтобы его прикончить. А мы вдвоем его прикончим. Я с лука, ты с пистолета. А, ну это можно. При том, что с него кожа выпадет. Все, я готов. Готов, сейчас будем его убивать. Так, я могу стрелять его Сейчас жареный свинарник устроим. Но при этом, как это сделать, нужно иметь кастрюлю. А с кабанчика жирного. Все, где этот Мишка-то? Вот. Там, чуть-чуть вперед. Мишка! Я тебя помню, коллега ты мой, и на то не видишь. Ёб твою налево!
блядь. Ёп! Он сюда бежит? Нет, он застрял на одном месте, бежит. По кругу. Да. Он на по кругу бежит, да? Да. Чё? Я по тебе не могу попасть. Хватит. Слышишь, что он делает? Бургер, блин. Он заглючил, скажем так. А как мы, блин, убьем его? Убить его можно. Блин, короче, сделай блоки. Блоки сделай заранее и поставь сюда. А, ты имеешь в виду вот эти кои-то? Да. Ой, он не заглючил. Я и говорю, как будто, я не говорю, что он прям совсем заглючил. Блин, короче, отступай. Слушай, а ты можешь сагрить его? Попробуй сейчас сагрить его. Я его пока железотрем добану, а ты его спокойно сагришь. Окей, сейчас, подожди, я вот этих сейчас подожди, дай билд сразу в слоп поставлю, чтобы мне не влетело по печенке. Да-да-да-да-да. Вот так. Давай. Так, сейчас. Смотри, что он у тебя потом не въехал в стройку. Если что, я его стрелами стреляю. У меня еще запас 13 стрел. Обычных и этих железок. Пошел. Я понял. Я иду. Мишка! Федор Бондарчук! Бондарчук! Он прогорел наполовину. О, горит! Чем? Там же костер! Да? Он реально там горит. Ёб твою налево! Ёб! Слышь, давай! Вали, грибанина! Ё! Тебя завали. Радиоактивный медведь убил меня. Сейчас тебя убьет. Не убьет, если хорошо убежать. Блин, ты на коле его агри, у него же это... Он же от кровотечения помрет. Тупой медведь. Знаешь, называется, мы с тобой пошли, называется, пошли на охоту на кабанину. Походу, да. Такой хреновый кабан оказался. Блин, надо было до дома увезти. А, я не знаю, где я возродился, кстати. А, кстати, ты же кровать не сделал. А, я возле хаты, подожди, я возле хаты возродился, да. А, нет, я возле другой хаты возродился. Ладно, сейчас я там залутаюсь и к тебе побегу. Окей. А я в доме спалился. Ты тоже сдох? Ну, у меня же добил. У меня же 6 здоровья-то было. Какого фига медведь такой живучий, блин? И не говори. Ему что, там хп поднарезали? Я не понимаю, их есть медведя, убьёшь. Он же не может так жить дальше. Это собой. Иди ко мне. Сейчас, подожди, я свой рюкзак заберу. Домой прихвати с этим, с молоточком, пожалуйста. Молоток-то у меня нету. Мой. Ой, гаечный ключ нашел. Если что, гаечный ключ нашелся. Может, теперь спокойно. О, кстати, нашел муку. И краску нашел. Так, этот наш дружок еще живой. Он тебя сейчас? Нет, он меня не видит. Где мой пистолет? Не понял. Чё? Слушай, ты меня там не пугай, что случилось-то, говори сразу. Да это, я перепутал. Я с твоей вещи перепутал. Мои вещи ты чуть не взял, вот туда её. Да, я просто перепутал. А я нашел дом с чердаком. Иди ко мне, ублюдок. Он к тебе пишет опять? Ну я же хочу его с него мясо получить.
Да не би, надо его вообще, надо его охотничьим ружьем бить. Ну, если он такой живучий. Надо потом базу это побольше. Убить-то медведя можно. Блин, твои соседи у нас. Я нашел хатну с чердаком, при том, что она нормально стоит. Чё, опять сдох? Да. Ой, блин. А как я до тебя добегу? Ты же... А, ты штамп дракидаешь. Я сейчас свечару возьму, к тебе бегу. Окей? Okay? Хорошо. А то, чё, хотя у тебя нет. Там ночь? Нет, может, с тобой в одном биоме же. Ну, только как сказать, в одном биоме. Ты недалеко от меня. Недалеко от меня. Сейчас я машину поразбираю только и все. Я тебя понял. Так, пойду заберу свои шмотки. Давай, иди забирай свои шмотки и уходи оттуда. Медведя можно оставить. Да медведь позже. Не трупы. Попозже его убьем. Нормально, найдем болтовку и будем валить его. Ну я тебя понял. Его проще убить его с автоматом или с винтовкой, да, с снайперской. Ну да, или с дальнобойной винтовкой. Согласен. Так, всё, я забрал. Я уж бетин получаю. Еще один. О, я уже могу там скоро кровать сделать. Нормально. Блин, а я же движок получил, который хотел? Нет. Потому что ты его и не сделал. А его нельзя делать. О, я опять этот iPad получил. Гигантский помощь, который в лицо залезает. Я понял. Спасибо за масло. Сейчас, может, это, пособираю этого бензина, где побегу, потому что мне что-то не хочется сейчас лезть в твои. Без тебя куда-то лезть. Я понял. Так, мне нужно много дересина. Много. Подожди, а ты... А, он мне недавно ушел нормально. Ладно, сейчас это, себе спальник сделаю сразу, да? Да, тогда если придешь, сделаешь, поставь его на нашем базе. Да он, блин, с 19, блин, этого делает, а мне трава, блин, как шкура от медведя. Редкость. Сейчас я себе кое-что даже скрафчу, чтобы мне это удобно было носить. Че, я к тебе бегу. Окей. Вот, подожди, а у нас дом как выглядел? Двухэтажный. Побеги, беги ко мне. Я кое-что нашел. Вот, я тебя вижу. Беги ко мне навстречу. Тебе покажу, что я нашел. Валяй. Так, надо биту сразу скрафтить. Только с моей стороны заходи. Ты там идешь? Бегу, бегу. А давай. О. Фу. Надеюсь, тут нормальчик будет. Окей, так. А, это спальник. Кстати, тут сейф спавнился. Так, это отчиним. Это отчиним. Блин, там зомби. А, вот я тебя вижу. О, а, тут ты еще в дом. Ты в другом базе. В помещении. Не лезь уж туда. Все, патроны нет. Ой! Иди нафиг!
Блин, задолбал я, по башке ему не могу долбить. Опять меня в землю вбил. Тупое животное. Тупое животное. Блин, ты ему... Я ему, кажется, по башке долбанул, у меня он, получается, сразу вот это... оглушил. Гениальность. Еще, блин, гаечный ключ потерял. Хотя ты сейчас его заберешь, если ты не сдохнешь второй раз. Я в фильме биоме заспаунился опять. Нет, я еще живой. Я в помещении. А я в фильме биоме. И получается, где я? Слышь, далеко от тебя. Да, ты от меня далеко. Ой, ладно, если что, опять к тебе побегу. Ладно, сейчас я эту машину полутаю и беду ее. О! Ты себя нашел. Нут. Я как раз до тебя дошел. О, я еще удобрение нашел. О! Братан, мы с тобой палисадник сделаем. Мы с тобой палисадник можем сделать. Я нашел плюшки для него. Я тебя понял. Подождите, у меня что, банданы? А, у меня банданы осталось. Сейчас опять надо молоток крафтить. Дурацкий, который я не могу скрафтить. Потому что я тут травы. Слушай, в игре одна трава нужна, и все. Ладно, сейчас попробую еще. Я, наверное, сейчас полутаюсь опять и к тебе побегу, потому что, ну, я в нормальном месте стал. Я тебя понял. А можно вообще в летнем биоме жить, давай? В другое место переместиться, что ли? Да, найди ко мне, короче, попробуй забежать до меня и забери мой табатон. Вот мой, чтобы разбирать эти тачки хорошо бы. Там, кстати, можно огород сделать теперь. Там меня. Фигня для удобрения. Все, я покидаю это место. Дай мне ключик, но я не смогу его найти. А ну да, ладно. Беги ко мне и все. Я бегу. А давай. Я, если что, там большой город нашел, можно к нему побежать. Ну я понял, мне придется этот свою, типа, тебе это забросить. Да не надо там жить вообще. Сейчас я, наверное, сделаю, попробую хату сделать, я кабана нашел. Да у меня мясо даже есть, три штуки, да. Ладно, давай беги ко мне, сейчас я хату сделаю и ко мне побежу, давай. А я еще по-твоему делаю. Бегу изо всех сил. О. Давай беги, а я пока дом сделаю. Слушай, давай бункер сделаем, как раньше. Ну, давай, сейчас я дерево добуду, чтобы сделать его. Я тебя понял. Только главное, волков-то не было по пути. Здесь волки, по идее, не бывает, здесь только собаки вместо волков. Волки появляются в другом, где рандомно в карте. Точно, точно. Это же не рандомная карта. Это совсем другая. Блин. Персонаж. А где там? Где до меня там? Идешь ты меня. О, я город вижу. Тоже видишь, да? Я сейчас возле них даже. Возле кого? Возле них, возле кого ты? Ты что-то договариваешь? Возле город. В городе я нахожусь. Возле коричневого дома. А. Ты это. Не пугай меня, я думал, опять тебя сожрут сейчас. Не-не-не-не. Я просто так пошел и потом
Оказался Так, я сразу дверь сделаю и этот блоки сразу сделаю, чтобы основу, чтобы ты сразу видел основу, да? крутяк. Все, я, короче, хату буду делать сейчас, окей? Давай, давай. Хочешь прикол? В одном доме там старуха спит. В гараже. А может в горе поселиться? Можно. Вот я город нашел, может там поселиться. Сейчас я там, наверное, вырую, и если что, там будем жить теперь. Я тебя понял. Так, у меня спальник с собой, да? Так, а у меня нет, у меня придется потом сделать еще. Тебе другой спальник придется сделать. Ну, мне самому просто придется еще раз просто сделать, это не трудно, в принципе. Да, я пойду, короче, в гору капываться. О, здесь тут ворон. Глина есть, тут глина есть. Отлично. Сейчас одним по вышине закопаю, чтобы нас это, они к нам не залезали. Ага. Помнишь, в прошлый раз у нас не получилось возможности выжить под землей? Ну это да, они, блин, нас ты помнишь, когда они, блин, в ВДВ устроили с лестницы? Да. Такая война получилась. Конечно, там ВДВшники работали. Я вниз, прям в нору вырываться и все. Ну да. Я собираю кукурузу, если что, запасы еды. Вот, типа собирать кукурузу, если что, там посадим. Да, по новой посадим. Только жалко, что ты рассмотрели. Давай, 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 я тебя жду. Я сейчас прям это, все сделаю, специально, чтобы ты зашел. Я собираю. Только главное, чтобы меня зомби не мешали. Давай. Я сейчас выкапываю. Блин, а я факел что ли потерял? Да, я факел потерял. Сейчас сразу основу сделаю, чтобы ты это на основу стал. На тебя косточками по башке, блин. Давай, 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 вырывайся, мужик. Блин, я так полгода буду копать эту яму. Надо лопату побольше. Или или качнуть что-то. Нет, нужен железная лопата. Она на обратную хорошо копает. Ну я тебя понял. Сейчас бункер будет готов. Слышь, на твоей. Ты там это, бежишь? Самое главное, потому что сейчас ночь будет. Скоро. Я понял тебя, что ночь. Так. Я вот ради тебя тут это тружусь. Облако твоего. Что ты уже ко мне забежал в хату? Так, ладно, все, бегу к тебе. Я думаю, давай. Да. Я пока вырываю только. Про, ну, чтобы в гору зайти в само. Я тебя понял. Я там, ну, как сказать, выкапываюсь. Сейчас, это. Во сколько. Так, кукурузы еще по пути нашел. Еще огород. Давай, давай, давай. Собирай. Я да, тут я... это. Тебя жду. О! Покидаю. Потому что зомби меня спалил. Не дает собирать. Ладно, как понятно. Говорится, это мой огород, пошёл нахер в двор. Это да. Все, я выкапываю дыра. Давай, блин, скул, убирайся. Я хочу еще это, опоры сделать, пока деревянные. У меня не получается, потому что у меня лопата, блин, долго копает. По 37. И так, поменьше снимает. Вероятность, чтобы... Ну, я тебя понял. Все, я немного собрал. Надеюсь, самое главное, что они нас не спалят. По идее, не должны. Все. Если я так пойдет дело, это да. Так, я полностью забит. Давай, я тут пока основу делаю.
А, выдохнулся у меня персонаж. Сейчас. Давай, я тебя жду. Да я понял, пока что ты меня ждёшь. Я пока заход делаю, чтобы тебе, ты успел, а то потом просидели закрывать. Ну я понял. Самое главное, чтобы ночью орда не пошла какая-нибудь, да? Ну, по идее, по основному мины орда не должна. Ну, если, блин, когда обнова будет? Если будет, то все, нам хана. Ну, только это может быть пойти только не так уж много. Но только если бы не самолет. Вот, беги. А это надо, сможем их так как-то поставить? Все, я, короче, сейчас добываю, что мне надо, и валю обратно до строительства. Здесь вот, вы тут здесь отметь чернила, чтобы было видно, а тут ты увидишь, правильно? Давай, руби, руби. Ну да. Нет. Ну, я сейчас не должен был еще верх доделать, но чтобы этот проход был нормальный. Ну и чего, это огонь стреляет? Хорошо. Так, давай, давай, родной, работаем, работаем. Это ты имеешь в виду работаю лопатой, да? Нет, работаю топором, молотком этим каменным. Потому что у меня дерева нет, а мне на дерево. Вот чёрт, комбой спаливающий. Это, там это, ко мне ставь, не веди только. Да на самом нет, если я убегу от него, то да, он отстанет. Ну это да. Давай. Если что, там блоки немного будут обделаны, чтобы они не сносили их ночью. Так, давай, давай. Мы сейчас будем здесь с тобой. Сейчас я к ним иду, что тут тащу, что ли? Давай, ой, я тебя вижу уже. О, здесь речка. Ну, подожди, а там что такое? А там река даже есть. Далеко. Подожди. Там редзона, что ли? Там редзона, слышь? Это кто? А, это ноленький. Слышь, там редзона. У меня там редзона начинается. Влагать? Сразу напишу, чтобы он это. Если есть. Блин! Если не русский, то до свидания. Ну кик, да? Ну просто север только для русских. Привет, жопы. Все, кикай. Сейчас, блин, опять меня зомби спанил. Короче, я сейчас добегу до тебя сначала. Да не, кикай его сразу. Я хочу, чтобы нам этот оскорбительный пацан зашел в гости. Возьму еще одну. Че еще? А че? Да. А че не понял? Че еще одну? А как я его выкинуть, выгнать? Ай, не знаю. На пару был ставить. Ладно. Ну давай сейчас вот сначала. Знаешь, что сделаем? Сейчас друг друга встретимся, поставим палатки и просто выйдем. И таким образом сохранимся. Он кикнется. Ладно. Сейчас только давай быстрее ко мне. Я в горе. Я понял. Только вокруг горе даже зомби тоже присутствует. Ну, короче, я скажу, где, ну... Ну, ты понял. Я знаю, вот у меня там поселенец первый. Да я понял. Просто я питаюсь еле-еле. Я тут немного это... Аж чуть не упал. С это... С горы. С радостью. Да. Я понимаю. Слушай, а в горе там можно больше этих рисов добывать. Фи! Это что это было? Радиация! Поздравляю, ты нашел ее. Ага, и я сейчас возле нее там находился. Вот нафига ты А я знаю, я прям это... Когда проходил, я сразу радиацию увидел. Блин... А там, походу, атомные бомбы взорвались, да?
Походу, да, но там нет ничего, но там просто идет этот радиация просто и вся. Ну иди ко мне, блин, давай быстрее. Ну я обхожу от этого места, где я поднимался, а там радиация, блин, зараза. Зуби прошелся возле меня. Блин. А он ко мне идет. Убей его. Он в хату идет. Он в нашу хату идет штурмовать. А, вот я тебя вижу. Вот ты где. Устань? Да, я тут. О! Ай, блин! Помогай! Сейчас убьет! Отойди, отойди! Ответь ему этот, как вам, что таких людей мы не приглашаем. Вышел. Давай, долби. Да блин, голову попасть не могу. Блин, промазал. Я тоже. Зараза. О-о-о-о-о-о! Добивай его. Оглушение. Подожди, мне что-то было. Все, патрона нету. А? Косочкой. Хорошо, что у меня дубина была. Пустой. Отлично. Самое главное, что он вышел. Сейчас я доделал хату и по... А хотя уже он вышел. Уже? Да. А ты его чего там сказал? Что это сервер для... Чтобы он вышел, что это вышел бы. Чтобы он вышел, потому что он должен выйти. Это наш сервер с тобой. Ну да. Как бы серф мы создали, ну ты создал, потому что да, мы с тобой. Ну, разницы не вижу, кто из нас, но все равно, те, кто играет вместе, то означает наш общий. О, хотя бы знал. Ладно, давай копай. А хотя один такое дерево, дерево добудь, чтобы блоки вверх поставить. И я хотя бы... Давай, я агрессор. Кто тебя сломает? Ой. А, это ты ломаешь, тьфу, блин, я думаю, сейчас зомби, блин, припёрся опять. Союзный военком пришел ко мне, опять претензии вставляет. Ну, я понял. Так. Я тоже деньги подбываю. А, кстати, у нас есть рядом этот, халявная вода, можно добывать. Да, я там видел, где там пробегал. Банки добираем, и вот тебе. Ну, ты помнишь эту воду? Мы с тобой это в тот раз ее добывали. А, да, мы с тобой... Нет, мы не с тобой ее добывали. Да. Я с другом добывал ее. У нас на халяву. Мы в зимнем биоме жили. Сейчас мы с тобой в горы потом сходим. Охота, все будет у нас. Только мы будем жить в безопасном. Где кто-то ему... Они не могут достать нас. Ну, они могут достать. Но если я там шипы поставлю, конечно, ладно. Ну, это да, в основном, да. А Еврике надо еще крышу доделать. Сейчас я помню. Да, крышу. Так, я сколько крышу я собрал кукурузы? 24 штуки, офигеть, я собрал. Вот, мы теперь с тобой еды. А, надо потом тут не огород сделать. Помню. Да, семена кукурузы я сделаю целые 24 сразу назначу. То есть он делает. Давай. Осторожно, зомби идет! Ой, блин! Он там все время стоял и не понял, как. Так, блин. Мне нужен. Пошел. Прости, что я помочь тебе сейчас не могу, потому что. А у меня дубина с гвоздями. А, у меня дубинка тоже есть. У меня нет, я дубину в этом в луте нашел. Ну я понял. Такой. Специально дубина, которая крафтится. Ты знаешь, как она долго крафтится. Да. И очень дорого она крафтится. Кстати, сейчас я тут еще склон немного копану, чтобы по бокам было деревом отбито. Ну вот тебе бункер первый, да? Вот тебе хашу начали, да. Так. Что я там собирался? Скажи спасибо, что я еще видосы смотрел по... Как жить нормально, выживать тут. Ну, все равно рано и поздно будем умирать, потому что наши не получится. Нет, только не каркать. Только не каркать, сударь.
А все равно ничего не поделаешь, так. Такова жизнь. Так, иди сюда. Блин, как дверь тебя впихнуть-то так? Хорошо, что ты не блин. Ага. Так, мне нужен спальный мешок сделать. Во. Потихоньку буду обвивать этим железом этот проход. Так, мне нужно и топор. А чтобы сделать. Так, надо потом. Давай быстрее этот. Поставь блоки по-бурому. Блоки? А. Да, я. Для обороны, в смысле. Да, я пока. Да, да, ну, блоки. Поставь, ну, где вход. Чтобы я их там заделал. Железо. А, ну я понял тебя. Ты какие ставить? Да. Деревянные кольта или полены? Ай, любой. Вот эти каркасные блоки. Ну, давай хорошо, быстрее, делаю. А то сейчас мы тут сдохнем с тобой. Да я делаю, делаю. Я пойду пока дерево добываю. Вот я тебе говорю, не зря мы с тобой это сердце сдали. Вот нам и повезло с тобой. Согласен, спорю. Сейчас мы с тобой скоро фонарик можем скрафтить на лобный. У меня фонарик есть? Нету. У меня только некоторые материалы просто есть. Так, кой-то. Блин, ну как вовремя. Так, возле входа, да, ставить, говоришь? Блин, заделать дырку, где у меня дверь стоит. А. Вот я. Да. Ладно, я сам это делаю, не надо. Я сам это сделаю её сейчас. Хорошо. Давай, ну чё страшно. Главное, что я сейчас ставлю какой-то, чтобы мы могли удержать. Да блин, а ещё наверх надо заделать. Ладно, сейчас вверх сделаем. А, нормально. Я один кольт не туда поставил, прикинь? Смотри. Ты дурында. Хорошо, спасибо, что мне топор затягивается. Ага. Кстати, чуть не забыл этот, как его, у тебя есть немножко дерево, чтобы сделать? Подожди, дай мне, у меня левел апнулся, у тебя тоже? У меня? Сейчас, секунду. У меня тоже есть, 11 очков. Отлично. Все. Наш дом готов. Потихоньку. Сейчас лопату починю, самое главное, и дальше буду копать. А, надо еще этот факел сделать навесной. Сейчас я его сделаю. Во, смотри. Так. Давай заходи только по бурому, потому что, ну ты понял. Надо было другие кули ставить, где? Я понял, сейчас я это, немножко материал сейчас соберу, сделаю топор, я сейчас немножко побольше сделай соберу. Сделай мне, кстати, пол там, сразу сделай мне пол, чтобы мне дальше ходить. Что сделать? Ну, пол под этот, под основу нашей дальшего проходника. Ну, эти блоки поставь. Корпус. А, кольты? Да, коль. Ну не коль я. Блин, эти как-то забыл. Ну эти фигни, которые потом деревом делаются. Забыл название их. А, посадить что, деревьев? Да не деревья, блин, чтоб пол был. Ну под пол. Сделай, чтобы я не на земле ходил, блин. Так. А, ты имеешь в виду лестницу? Что-то вроде. Или люк. Ай, блин. Все, я готов. Почти. Да я схожу вниз. Да уйди. Тут, пожалуйста. Сколько. Подожди, сколько мне дерева? А, у меня дерево 103 штук.
Уйди. Хорошо, окей. Ты мне по блокам тут ходишь. А, блоки. Да, я же пол делаю. Все, все. Ты же думаешь, откуда у нас тут это будет? Мы же так с тобой же в тот раз и делали дом. Да я понял, понял тебя. У тебя сколько железа с собой? У меня... Сейчас, секунду. 18... 16. А, мне не хватает. Подожди, а сколько у меня? А, у меня 108. А, хочешь металлический пол сделать? Да уже сделал. Да я просто спросил. Уже немного сделал. Надо потом в хату немного крепить, ну ладно. А, и здесь надо блоки поставить. Давай быстрее, сейчас ночь будет адская почти. Ты хочешь жить на улице опять? А, кстати, надо знаешь, как сделать потом? Алло. Чего? А потом прикольную фигню сделать под зомби. Знаешь, зомби же, они не ходят по верху, да? По самому гору не роются, вот. Они сюда могут зайти, потом мы их просто оформим по-жакетскому. А, понятно. Сейчас тут это, небольшое улучшение сделаю, проход, потому что тут у нас некрасивое. И вот этот фильм, кстати, надо. Ясно. Чё я там собирался? Я камни хотел собрать, чтобы сделать лопату тоже и мотор. Вот. Давай быстрее, а то скоро 22:00 будет. Да я знаю. А то я там сажу хату всю. Конечно, я это дело собираю долго, но... Ладно, ладно. Пока ты там соберешь, пока они там это... Форс-мажор строят эти товарищи ходячие. Ну, по идее, да. Еще хорошо, что там есть снег напротив. Там можно воду спокойно разбирать. Ты понимаешь, что один слой... Ну, там где-то еще этот редзон начинается. Два. Там несколько редзон. А я не помню, как... А там же редзон уже можно как-то походить, лутаться. Только в чем именно? А, я тебя понял. Чего-то можно было ходить в фрезону, лутаться, ну ладно, потом глянем. Надо потом глянуть, чем ходить в фрезону. Согласен, не спорю. Так, все, я тут обрываюсь. Дальше, ну эту фигню убираю. И навес убираю вверх. Да, заодно сразу лопату тоже сделаю. Вот делаю лопату сразу. Будешь мне помогать дальше рыть. Я понял. Слушай, я уже земли так нарыл, что можно потом это, уже садить, что это. Так, деревья сажаю. А потом этот, сейфную дверь поставить, ну, бронедверь поставить, да? Ну да, в принципе. Мы все построим сегодня, ходим, то, что мы не в прошлый раз... все сезоны мы не смогли. Обязательно все сделаем. Просто надо было правильно как-то выживать, вот и все. Сейчас я тут оборую все, чтобы это было удобно ходить. Туда ставить. Да это я дерево срубил. Нет, это я там с бетон что-то не туда впихнул, что хотел. А-а-а. А потом сундуки большие сделать, да? Ну, по идее, да. Так, пока время. Да, сразу не... вот. Я тут занимаюсь уже этой, архитектурными сооружениями, чтобы нормально было. Понятно. А помнишь тот? Ты, наверное, не знаешь. Ну, короче, я помню, он такой прикол, что можно в одной пещере жить было. Пещере, в смысле? Знаешь, такой маленький бункер, типа, где армящик спавнится, армейский ящик.
А, в принципе, да, да, где-то я такое уже видео видел. Там можно жить, там жить-то можно, я помню. Да. Только я там это ни разу там не жил. Я там жил с другом. Мы так один раз это пошли там. Мы, короче, возвращались с фотки как раз уже на базу шли. Я такой спрашиваю, ну что делать-то? Уже типа 18 дней такой начал, и что делать-то будем? И он такой говорит, ну, не знаю. А мы такие, о, смотри, что там вдалеке, мы такой, заходим в яму, а там нет зомбика, мы ставим клеймблок, быренько все баррикадируем, ставим бронедверь сейфную, и такие, и разворачиваем все такое, и говорю, и он такой, и разворачивает, и такой говорит, а что за фигня была? А там зомби, блин, вылез это из этого, заспаунили зомбари, при том, что они бегающие, мы там столько сагрили их, что они, блин, это, нам пол бункера снести успели, а. Они такие зомби вообще обнаглевшие. Ну, это, естественно, к нам же тоже относится, помнишь, во всех предыдущих сезонах. Мы так хорошо все обронили. При том, что они, блин, в землю вырываться умеют, то да. Ну, при том, выдвышиться, с лестницы слезать, это вообще какая-то мода. Из комода. Ну, собой это понятно. Сейчас я тут это... быренько копану, чтобы сделать комнату небольшую, и... На следующий день пойдем в город. Ну, в следующей серии, наверное, да. Потому что вот сейчас мы пока вот в таком позиции. Вот в такой позиции, прям, ну ты понял. Ты посмотри, что сделал. Сейчас подойду. Сейчас мне, конечно, блин, зовёшь инвалидов, удов, что ты на голову долбанутый, что я сделал. Так, оборона, рецепты, нет, ты опять с русификатором играешь? Тут раз. Да, только без модов, а что? Блин, я в тот раз не могу задать, потому что мне запрещено. Русификатор? Да, мне он запрещен, пока я это смотрел. Да вообще-то... Можно, никогда не верь к тому, то, что говорят другие, потому что это полный... Иди помогай, блин, я не могу комнату сделать масштабную. Братан, ты где? Да я вот. Иди сюда. Все, я иду. Иду к тебе. А ты зачем ты снаружи выкопал? Да пофигу, они сюда не полезут. Я потом эти шипы нормально поставлю. Рой. Они зомби же тупые, они ходят по земле, которую они не знают. Смотри, подожди, вверх окапывай, да. Я вот, видишь, вот такой маленький, который сейчас уменьшается. Я выкопаю. А, это что ли? Вот это. Ну, я уже выкопал. Сейчас они скоро бегать начнут. Подожди, вот до этого куска, вот где вот там, где я встаю, там смотрю, там, на него докопай и все. Блин, только надо идти сразу заставлять. Что именно? Ну ты понял. А, Коля-то? Ну, Коля-то это в первую очередь. Так, стой, подожди. Так, вверх дальше, надо вперед прокопать. А. Да. Блин, два прораба. Есть песни про рабов. Только на турский язык. То я постоянно слышу. Да. В контакте, в смысле. Она у меня есть. Сейчас мы с тобой пока... Ой, я камень нашел. А, да, копай. Вон тот город, копай и все. Земля, отлично. Отлично, земля.
Подожди, я сейчас сразу тут освещение впихну. Сейчас я вырублю фонарик. А, ты вот такие факелы делаешь, чтобы меньше привлекать. Да, да, да. Вот. И у меня тоже такая же была фигня, которую я не понимал, чем разница. Давай копай. Между факелом. А то чертики припрутся на нашу душу. Работаем втройне, чтобы нам эту фигню спилить и доделать комнату одну большую. Ну, если честно, здесь у нас вот этот какой-то сервер, который сейчас он, который у меня создан. Здесь мы заполним только на 4 игроков, не больше. Да ты в тот сервер сделал на 4 человека, не забывай, с паролем. Ну, я тебя понял. Так, починил лопату. Продолжаем копать. Скоро они придут сюда, стопудов. Ну, это сейчас первый день, так что не придут. Но они только спанятся. Да, это да. Так, подожди. Раз, два, три. Раз, два, три и четвертый бок. Вот сюда еще копани. Угу, сейчас. Вот эту фигню помоги убрать. Где ты сам копаешь, да? Ну, я там тоже копаю. Я нашел эту фигню, чтобы и блок поставить. Так. Угу. Давай, вот это как раз несем и все. Вот я сейчас как раз и начал копать. Отлично. Если что, я там я эти окна впихну и все, чтобы эти окошки стояли. А, понял. Подожди, я сейчас поем сразу. Мне надо еды поглотнуть. Да, персонаж, блин, как вот, это. Вот еду ко все то. Я сейчас сам-то тоже кушаю. О-о-о, все. Да здравствует антихард. Так, спальный мешок у меня есть. Так, ставлю. Слышь? Чё? Не туда впихнул. Оборону? Да, я тут хотел блоки поставить, вспомнил. Уйди. Уже 10 часов, значит, уже почти настал. Ага. Так. Там тоже ходили поставить. Ну ладно, потом. Идем. Где? Давай я поставлю. Вон, под низ ставь. Сзади там ставь. Я пока тут факел врублю, что мне освещение большое было. Так, блок, то есть оборона возле блока, где ты сейчас ты там ставишь? Ну да, возле этих блоков, впихни ее и все. А я пока тут это, повожусь с верхушкой. Так, все. Так. Ты это, не забывай вверх убирать, потому что вверх они все равно этот копать быстрее там. Так, у меня не осталось дерсина. Да я знаю, надо идти рубить ее. У меня тоже древесины не осталось почти. У меня они вообще не останется скоро. Блин. Древесина не хватает. Так. У меня 20 древесина. У меня 20 древесина осталось. Я понял. Ну ладно, потом этот. Блин, ну мы с тобой и хардкорные парни. В ночь копать. Да, потому что мы тогда работаем вместе, тогда да. Так, сделал лопаточку. Так, по 4, это сколько у нас снимется? Все. Так, камни. Там это, ты где? Я здесь. Блин, как ты там видишь, я нифига не вижу. Я тебя вижу. Но я-то хорошо вижу в темноте. А, ну да, это хорошо. Я пойду, короче, схожу тоже. Поставлю себе спальник, чтобы мне тоже не выйдет, если сразу. Да, я уж там поставил возле двери. Я тоже пихну и пойду с факелом схожу это, покопаю. Да-да, давай. Я пока, вот сейчас я те, кто-то деревья, то есть присутствует, я их срублю, потом по новой посадим.
Сейчас я еще дополнительную оборону поставлю. Знаешь, мы такую с тобой хардкорную базу сделали в ночь прям. Да, успели вовремя. Мы будем прям в пещере жить, ребята. Только через под землей, в смысле, все равно считается. Ну, считаем, если нам, если было, можно бы земляные блоки делать, то да. Ну, земляное. Ну, в принципе, да. Вот сейчас бы они хотя бы возле меня не ходили, потому что я, блин, сразу прилечу опять на хату свою. Наш с тобой. Понял. Я бы сейчас с удовольствием бы лучше не просто записал, конечно, а стримил. Но ничего не поделаешь. Ну ладно, потом. Тогда включат 22 числа, о, 21 точнее. Тогда мы, может быть, и будем проводить. А почему стримить-то будем? А у меня же с 20 числа февраля у меня же жалобу подали и меня за видео одного и отключили трансляцию. А от чего? А за какое видите забанили? Ну, скорее всего, да. И отключили меня. Не, а именно из-за чего тебя забанили? Ну, в Ютубе, в смысле. А, ты, Миша, должен за что? Да. Что-то вроде из-за тогда я начал стримить Sims 3 первый сезон 8 серию. Не знаю из-за чего, но как будто что-то вроде незаконно, как будто попался. Я потом его удалил. Ну, вообще-то, надо тебе модераторов сразу. Ну, вообще там, у тебя авторские права стояли на Ютубе, а? Некоторые, да, есть. Но я вот тут... Там не надо меня... все, именно все авторские права, чтобы у тебя авторские права защищали твой Ютуб. Чтобы тебя не ба... Ну, чтобы этого не было. Банов. Ну, типа того, да. И подкомментарии, что там все такое. И там ссылки. Ну, там, походу, у тебя некоторые... А, подожди, а у тебя почему? Тебя не могли за это забанить? Там есть причина, почему банят? А по поводу... Там причина должна писать. Бан по причине. Так, ты имеешь в виду в Ютубе по поводу того, что у меня... Бан, да. Бан там есть причина, и почему... там можно было отписаться от администрации, почему, типа, баны, кто, типа, эту жалобу отправил. Но это да, но только я не могу их найти, чтобы ну, таким написать. Я могу только на видео просто сразу нажимаю на видео свое и подают жалобу мне там типа. И жду какое-то время из-за нарушения авторского права, которое подают. Авторские права, ну там авторские права у всех нормально работают. Наверное, да. Там. Вспомнил, походу там показывали видео, типа. Ну все понятно, что случилось. Там, походу. Кто, ну, компания Ютуба, что-то там у них случилось, видимо. Видимо, показали. Да. Да. А вот у меня, вот сейчас тебя прочитаю, по поводу того, что вот написано, соблюдание принципа сообщения. По поводу нарушения, по поводу вот то, что у меня трансляция, ну, отключили. Предупреждение. Ну, если видео, причина нарушения правил в отношении материала сексуального характера. Вот это за это меня отключили. А, это, кстати, нет, это не могут быть. Из этого не могут бандать. Я, кстати, так это, помню, на пацана бан отправил, и ничего не случилось. Не оба... А вот у меня за это мне и поддали с 20 февраля в этом году до 21 мая меня обратно включат трансляцию. И вот зафига банить человека, если он это не делал. Да они все так делают, они постоянно банят. Надо YouTube, чтобы закрыли, вообще нафиг. Вот это да. Или хотя бы компанию сменить, или с этого, кто там у них администратор сидит. Ну, в своем канале я же сам хозяин этого. Ага, понятно. YouTube. Но я же никого не это не назначивал там, только я назначивал только тех, с кем я играю, с кем общаюсь. Я же не всех знаю. Ну это да, кстати. Наверное, человек, 9-летний пацан, отправил это и все. Потом, кстати, это может быть. По этой причине, да? Ну да, может, 9-летний пацан или 10-летний пацан это сделать. Потому что они любят, типа.
Ахаха, новый канал, давайте его в бан сразу. А, ну, значит, так и по этому поводу. Ну, я-то все равно вот тут, хоть нет, могу снимать. Пацан, ну, если это пацан сделает, пускай потом за свои вот это вот действие отвечает это, ну, ты понял. А, значит, это со мной ничего не будет, походу. Вот это ему потом, это, его заблокируют и все в Ютубе, и все. Он специально, а, ну, или просто забанили, и фиг знает, что там у них. У них бывает даже это, взломы на Ютубе там происходит дальше. А, да, есть такое. У меня тоже сам такая, помнишь, я рассказывал, что у меня постоянно ВКонтакте взламывали, воровали, и от них не знаю почему и зачем, если я сам хозяин своего учетной записи, которую я пользуюсь, они меня постоянно взламывали и воровали. О, слушай, да. Я почти хату. Ты где? Я здесь. Отлично, ты тут. Ну как, нормально? Вообще супер. Сейчас я еще костюм сделаю. А не ставь, пускай погодить будет. Днем потом его лепишь. А то, блин, товарищи припрутся. Блин. Еще здесь ты еще не поставил защиту, там не хватает. А, ну... Я только начал собирать деревья, чтобы поставить. Все, я вот костер поставил. Да, сейчас. Блин, тебе сколько деревьев сейчас? У меня сейчас 145. Вот как раз мне хватит на несколько кое-то сделать. Ну, не надо сейчас пока. 7 штук я могу сделать. Не надо, вот заделай мою, вот за мои, вот эти вот мои, вот заделаешь, короче, вот эту фигню. А. Где? Выпустите меня! Опять ты в блок залез, задолбал. Поднимай меня. Ты меня давай. Поставил, я зажал. А, ну сейчас зажрал бок, притом. Да, зажал. Ну, не съел, а в смысле прижимал меня. И поэтому я вылезти не мог. Это да. Это бок такой. Все, я сейчас тебя починю тоже. Апгрейдим. Давай, подожди, стой. Ой. А? Давай. Со второй раз начал. Да, еще там это. Вот эти еще блоки, апгрейдер. О, отлично, теперь можно окошки ставить на халяву. А, отлично, здесь будем жить. Да. Так, две закроем, так. Так, я все-таки сундук сделаю, на всякий случай. Блин, даже не могу ничего разобрать. Чего, костюм? Я ничего не могу, да, нет, я одну фигню не могу. Я вот это железо могу забрать. Так, на потолок ставить на эту ящик. Да не ставь, потом поставишь, не сейчас ставить. Подожди. Ты можешь мне с фонариком помочь? Моим. Моим? А, посветить типа. Возьми факел в руки и пошли. Я дальше дерево порублю. А, я тебя понял. Без проблем. Пошли. Давай. Посвети. Если ты собираешь те, которые можно сажать, мне отдашь, я потом сам посажу все. Пошли. Я типа садовник, а ты за ресурсом, какой-то добытчик. Зомби! Мама! Я убил. Меня убила радиация. А у меня зомби убил. Мы сейчас хорошо, что мы в кровати поставили. Да, кстати. А какого фига? Я тебе говорю, со временем они иногда могут спаниваться там. Уже ночь. Полночь. Они меня не видят. Эти твари. Все, я забрал свои шмотки. Там второй, там ползущий был. Вот он. Который нас ударил. Я свои вещички забрал. А ты свои забрал? Нет, не могу найти. А, вот это ты ползущий. Осторожно, ползущий. Знаю. А, ты ползущий. Можешь... Давай. Сейчас он у нас сгорит.
Давай, давай. О, все, отходи, отходи, он горит. Сейчас он сдохнет. А где мне рюкзак найти свой? Не могу теперь найти его. А ты смотри на GPS, ну сверху, как типа. Ты должен там, где ты там начинал. Блин, когда... подсвети, я ничего не вижу. Ты где? А, вот. Вот. Да, он. Соси. Где? Вот он, вот, а, он, вот. Вот он. Уйди, пошел? Уйди. Да. Забирай. Отлично. Сижу. Вот тебе, блин, поход называется, блин. За ага. Дерево. Но все равно придется сходить, потому что нам-то надо что-то как жить. Я иду. Я это, ну еще еду поем. Тихо, что это было? Это от меня. Я же. Да у тебя так. Да тебя так жрёшь, что вырчал? Да, я гнущий мясо ел. Дурак, что ли? Не так, так это, меня орать. Извини, я не хотел тебя пугать. Я даже не специально. Я такой думаю, это такой, это не ты, я думаю, такой зубий, блин, такой приходит, здравствуйте, я вас сожрать пришел. Да, свежее мясо. О! Еще один удар, я бы уже сдох. Гай, ясно. Вот зараза. Что она сделала? Тебя чуть не убили, что ли, опять? Использую аптечку. Может, поможет. Да, значит, я не могу отрезать. Ну, там таблеточка была. Ой, ну, они на свет реагировали, вот поэтому так и сразу. Все, они... Врубай. Совсем? Врубай. Врубай свет вообще. Будем без света работать. Ну, я поэтому и говорю, что я в темноте хорошо вижу. Да я не мог тоже начал. А, ну тоже сейчас не мог рассчитать начинает. Да, подожди, воды надо еще воды, блин, опять глотнуть. Да это не проблема. Наберем воды и все такое, снег наберем. Нам сначала в первую очередь кастрюлю просто иметь. И все. А сейчас тогда все успеем. Второй день, и у нас почти база готовая. Да, и уже пора уже заканчивать нашу эту серию вторую. И начнем уже следующую серию. Так, у меня топорчик сломался. Мочелки. А, мы сейчас играть больше не будем. Чё? Играть больше не будем. Не, почему? Я говорю, просто сейчас мы закончим вот эту серию, а следующую серию мы продолжим. А-а-а. Я не сказал, что мы... Ну, а эта серия называется это, как там, Строителя Бога. Ну тогда давай я тогда начинаю уже заканчивать с того же места, мы же начнем. Можно это как он не выходя из игры. Да. Ну, давай, что, пока. Всем спасибо за просмотр, это был Summer Days, 8 сезон, с вами был Лео и Дима. Угу. Это была вторая серия, встретимся в следующей серии. Всем пока.